Ну, я бы хотела, чтобы было где покататься на велосипеде, какие-нибудь велосипедные дорожки, парков побольше. Конечно, обновить что-то изношенное, потому что там у нас прорывы постоянно, вода ржавая на первом этаже. Дорога, самое главное. Место побольше детей, развлекательные места. Вот. Ну, так еще и помощь бедным. Многодетным всем им. А какие-то можете выделить участки дорог, где прям очень сильно плохо? Ой, так-то определенно не могу сказать, что много мест есть, да, которые прям разрушены. На мой взгляд, детям негде играть. Ну, конечно, у нас развиваются парки, город развивается, но вот с площадками у нас есть небольшая проблема. О дорогах мы не будем говорить, потому что, ну, это извечная проблема, и которая потихоньку вроде бы решается, каждый год выделяются деньги. Но я бы лично хотела бы, чтобы вот наш парк, он уже очень много ему лет, ну и практически мало что это меняется, потому что это очень большая затрата требует, да? А пойти, в общем-то, здесь мне некуда, поэтому все идут в парк, и я бы вот лично хотела, чтобы именно его облагородили и какие-нибудь новые карусели сделали. Вода, ну, бывает перебои, потому что... Как читаешь из газет, что очень много износились коммуникации, но выделяются деньги на ремонт этих коммуникаций. Мы думаем, что когда-нибудь в дальнейшем у нас прекратятся вот это рытье асфальта бесконечное. Вот это бы хотелось, чтобы закончилось оно все. Парки, наверное. Вот. Строители вот никак мост не доделают, по-моему, еще не сделали. Вот это бы желательно, потому что я там в том районе живу, здесь я в гостях. Вот. Ну а так, что, дороги, дворник бы набрали бы вообще бы, вот в первую очередь вообще-то бы, вот, во дворах, чтобы сейчас вот грязь, снег растает, чтобы немножко это убрать. Ну вот такое вот пожелание. В общем, улучшились какие-то коммунальные услуги. Да, коммунальные вот в первую очередь, да. Деньги сдирают хорошие, а убирать никто не хочет. Вообще дворников нету сейчас. Самурская площадь грязная у нас очень. Я вот живу в районе Никеля. Раньше, в советское время, Никель был чище, чем здесь, на Комсомольской площади. Сейчас оно одинаково, что на Комсомольской площади, на Никель. Чтоб только вот ЖКХ хотя бы работал. Вот дворников вот такой в первую очередь.